my obsession, yeah. С вами Феникс, и у нас вышло новое крутое обновление в симуляторе жвачки. Добавили 16 новых пэтов, пофиксили баги, также 2 новых яйца в Тойленде. Ну что же, побежали в Тойленд. Посмотрим на эти 2 новых яичка. Так, давайте сразу начнем с последнего мира, потому что, может быть, они здесь. И да, я угадал, они здесь. Одно яйцо стоит 200 тысяч, а другое 250. Оно как улей. В принципе, прикольно. Давайте откроем одно. И... Рубер Банни. Хорошо, а здесь что будет? Ну-ка. Ух ты! Тут пчелы падают. Вот это прикольное яичко. Бэби Блю Би. Здесь добавили пчеловода. Вот это да. Это уже прикольно. Это однозначно круто. Друзья, ставьте лайк, потому что обновление реально прикольное. Ну, пчелы добавили. Ну-ка, давайте посмотрим у них статистика какая. Так, у самой первой пчелки такие статистики. А какие статистики тогда у рарной? Ух ты, у рарной даже такие, ну, более-менее хорошие. То есть, легендарный тут вообще топовый будет, скорее всего. Так, откроем яйцо суточку. Ух ты. Ну, прикольные новые яйца. Так. Давайте оденем с вами наших пэтов, которые идут на Тойленд именно. Этих придется снять сейчас. Так. Одеваем теперь только на этот мир. У этого 391 кубик. Получается, у меня же еще есть кубические пэты. Так. Вот. Есть. Второй пэт. По-моему, там открыл недавно еще пэта какого-то. Нет, не этого. Ладно, туда опять вот этих одену. Все. 4, правильно? Да, все правильно. Так, и мы с этого яичка получим, точнее, сундука 18 миллионов. Неплохо. Так, теперь побежали вот в эту локацию. Здесь нам тоже надо собрать сундук. Опа. Чё, не собрался? 9 миллионов. Супер. Сейчас открываю слоты, так что, может быть, даже сейчас откроем нового пэта. Давайте-ка зайдем, посмотрим, что у нас тут такого интересного. Так, Рэвардс. И где-то тут должен быть слот. Вот он, 60-й. О, нам чуть не хватает. Ну, сейчас обменяем кристаллы на кубики. Вот в этот мир нам надо зайти. Так, давайте. Да, хочу получить. Отлично, получили. И теперь идем открывать новые слоты. Надеюсь, нам хватит. Так. Оп. Раз и два. Ух ты, так что за пэт у нас? Сейчас посмотрим. А, это Инферно Демон. Ну ладно. Окей. Там же дальше будут кубические. У нас, кстати, еще изменили вот это вот, что у вас пэты одетую. То есть теперь галочка вот такая. Надо посмотреть, то яичко уже убрали или нет. Return home. Опа! Того яичка больше нету. Все, оно уехало. Ну тогда ждем следующего там события. Не добавят яичко. Так, а давайте я вам точно переведу название обновления. Что тут вообще еще добавили помимо. Очарование домашних животных здесь. Блестящие питомцы теперь могут быть зачарованы. А, то есть новые пэты, короче. Те, которых нельзя было сделать шайни, теперь можно делать шайни. Энчен. Чего?
А, это вот что. Ух ты, это у нас стоит 100 тысяч кристаллов. Ну-ка, друзья, сейчас кое-что сделаю. Ну-ка, вот, допустим, сниму Анакюб. Тут прокачку добавили. Фига. Почему-то на него нельзя это сделать. На гибрида. На гибрида тоже почему-то нельзя. Ну вот, это будет прокачка. Неплохо. Ну, давайте прокачаем, допустим, Diamond Serpent. Q. Enchant. И вот так вот у нас можно прокачивать пэтов. Офигенное обновление. Вот это, конечно, круто. И еще у нас вот такой вот значок над пэтом появляется. А также здесь у нас добавился новый код. Сейчас я вам скажу, как он называется. Вот такой у нас новый код. Смотрите. Апдейт 16. То есть заходим, нажимаем вот сюда и пишем вот так вот. Апдейт 16. 2x lag. Ух ты, круто. И набираем код FreeBoost. 2x Hatch Speed. Вау. Вот это супер. И эти бусты у нас идут на полчаса. Вот этот и на 15 минут этот. Вот это, конечно, круто. За это однозначно лайк и подписка, если вы это еще не сделали. Ну-ка, давайте порулим яичек. Опа. Вот это у нас тут, конечно, быстро. Так. Ну-ка, побежали быстренько открывать шайни пэтов. В конфетной локации, там как-то попроще. Так, ну все. Вот такое у нас обновление крутое. Не забудьте подписаться, поставить лайк. А с вами был Феникс. Все, всем пока, до новых видео.